Всем привет! Начинаем лабораторную работу по счетчикам. Рассмотрим счетчики с переменным коэффициентом пересчета и счетчики с коэффициентом пересчета не на целую степень 2, которые мы делали на 13 лекции, наверное, если я не ошибаюсь в нумерации. Значит, квартус запущен, создаем новый проект. Файл, New Project Wizard. Next, next, указываем местоположение проекта. Папка lab 12, lab 13. Имя проекта. Next. Next. Микросхему вставляем ту же. Next. Next. Finish. Файл верхнего уровня New. Блок диаграмм Schematic файл. Сохранить. Save as. Так, значит, счетчик у нас состоял из счетчика. Первый счетчик — это счетчик, который считает до 10. Значит, состоял у нас счетчика с функцией сброса и схемой сравнения. А их мы делали на предыдущих лабораторных работах. Поэтому их можно оттуда скопировать, чтобы не брать заново. Чтобы не создавать заново. Значит, лабораторная 12. Лабораторная 13. Значит, equal. Что есть что? Так, файл. Open. Lab 12. Откроем, посмотрим. А, вот схема сравнения. А это нам не надо. Значит, вот это мы копируем к себе. Вот сюда. И это у нас будет схема сравнения. Но так как она здесь в общем виде, то есть не разбита на элементарные блоки, давайте мы ее на элементарные блоки разобьем. Так. Так. Так, так. Это у нас output. Output. Выход Y. А это у нас последовательный перенос результата. Ну, назовем его как-нибудь. Но если это Y, то пускай это будет X. Это у нас просто A, а это у нас просто B. Сохраняем под названием так, это у нас элементарный блок схемы сравнения. Вот так напишем equal элементарный блок схемы сравнения и create update создадим символ сохранить. Все, теперь у нас здесь появился один элементарный блок схемы сравнения. И теперь мы можем получить необходимую разрядность, добавив нужное количество элементарных блоков. Значит, Y поступает на X. Лучше так нарисовать. Y на X. А последний блок — это у нас, собственно, выход. Результат. Выход результата. Y. А сюда нам надо подать единицу. Сначала, так как там внутри стоят элементы I. Иначе, если мы сюда подадим 0, элемент выдаст 0. Этот 0 пойдет дальше, заблокирует всю схему. Так, значит, входы. А нулевой. Б нулевой.
Так, значит, А первый, Б первый. Второй, второй разряд числа. Третий, третий. Вот, и теперь мы эту схему можем сохранить, как создать для нее. Так, во-первых, сохранить надо Suivas, назвать его схемой сравнения и создать для нее символ BSF. Так, вот эта схема сравнения, а это нам уже не нужно. Теперь счетчик. Значит, счетчик у нас был в 11-й лабораторной работе. Наверное, вот этот или вот этот. Какой-то из них. Так, файл open. Лабораторная 11. Ага. Это сам счетчик, его элементарные блоки. А это схема элементарного блока. Значит, ее берем. Копируем в себе, вставляем себе в схему. Значит, нам код Грея не нужен. Здесь у нас считается на плюс и на минус. Это на перенос минусовой, перенос плюсовой. И здесь счет на плюс, счет на минус. На минус, на плюс. Значит, нам нужен счет только... Так, а здесь что было? Ага. Вот. Значит, нам минусовой вход не нужен. Мы его удаляем. Стало быть, удаляем этот мультиплексор. Так. Даем вот сюда. Управление тоже уже, переключение режимов не нужно. Так, DV. Этот называем просто T. Здесь называем просто P. Так, Q на И и с Т. Это на Q. Обратная связь для режима хранения. А, нет, для счета. Да, для счета. Либо D. D у нас единица. Одноразрядная. Здесь у нас либо сброс, либо да, вроде должно быть правильно. Значит, сохраняем как элементарный блок счетчика и также графическое обозначение. Закрываем. Так, это у нас 11-й лабораторной работы. Закрываем. Это мы сохранили только что. И вот можем создать счетчик необходимой разрядности. Так, input. Тактовый сигнал C. Должен идти на все элементарные блоки. Команда на счет V также идет на все элементарные блоки.
Так, перенос идет на вход Т. Как и вот здесь, да? Перенос на Т. Так, теперь D. D от 3 до 0. D от 3 до 0. Это у нас шина. Так, это у нас будет нулевой разряд. Это первый, второй и третий. Первый, второй, третий. Команда на сброс. И выход Q. Так. Q нулевой. Первый, второй, третий. Перенос можно не выносить, если мы счетчики каскадировать не собираемся. Будем довольствоваться четырехразрядным. То перенос можно наружу не выносить. Файл Save As. Счетчик. Create Update. Символ файл for current file. Сохранить. Все, это мы можем закрывать. Это мы можем закрывать. Так, лабораторный 13. Значит, счетчик, который считает до 10. Берем счетчик и схему сравнения. Так. Она у нас вот такая получилась. Да, не очень хорошо. А все потому, что это отдельные выводы, отдельные пины. Надо было делать вот так. От 3 до 0. От 3 до 0. Это все. А нулевой. Б нулевой. Первый, первый. Второй, второй. Третий, третий. Так, третий. Перезаписываем. Перезаписали. И добавляем. Вот. Значит, на B у нас поступает выход счетчика. А на A нам надо подать константу. Десятку в нашем случае. Значит, как получить константу? Можно создать мегафункцию, там, по типу, вот как этого, для мультиплексора, там, для... Ну, я показывал. Вот здесь вот нажимаем сюда. Create, next. И где-то тут LPM констант. Можно создать константу. А можно сделать проще. Создаем, значит, элемент в этот C и G.
единица и ГНД 0. Проводок, который идет от ГНД, называем, так и называем 0, а проводок, который идет от ВЦЦ, от питания, так называем единица. И теперь вот эту шину мы их мы сюда набираем двоичный код десятки через запятую. То есть десятка пишется 1, 0, 1, 0. 1 через запятую 0, 1, запятая 0, запятая. Младшие, значит, слева. Вот, получили константу. Десятка. Теперь, значит, элемент или. Для того, чтобы иметь возможность сброса вручную. Ну, собственно, и сам сброс. Input. Сам ручной сброс. R. И элемент и. Ну, сюда лучше переставим. Элемент и. Для того, чтобы у нас счетчик самопроизвольно не переключался. Ну, сейчас мы это посмотрим, когда будем моделировать. Так, а где у счетчика вход Т? Я не понял. А мы его не сделали. Файл create update есть, update символ или блок есть. Так, значит, вход t Так, значит, мы сразу сделали счетчик с параллельной загрузкой, но в данном случае, на данный момент он нам не нужен. Поэтому просто зануляем. Сюда мы подаем 0, а сюда нам надо подать 4 0. Ну, чтобы 4 0 не вырисовывать, просто повесим вот этот элемент. И все. Так, значит, тактовый вход C. И, значит, вот этот выход с элементом... со схемы сравнения поступает на сброс. Output. Это мы так и называем Q. А это мы назовем Y. И вот давайте для начала сделаем без этого. То есть, как будто этого элемента нет. Единица. Ну, или вообще его нет. Ну, в данном случае его и не будет. Если единица, то элемент пропускает то, что на вход, пропускает на выход. Посмотрим, что убедимся, что счетчик действительно сбрасывается. Ну, в смысле, продолжает считать. Так, компилируем. Так, что такое? А чё это? Потерял сигнал. Почему он потерял сигнал, если единица? Вот. Процессинг. Симулятор Tool. Функциональное. Нам еще надо создать файл временных диаграмм. View. Едет time 1 миллисекунда. Добавляем входа-выхода. Получаем, значит, тактовый сигнал. 100. У Y R6. Что такое R6? Это у нас Т.
L6 это у нас T. И R. Этот файл указываем как входной. Старт, а нет, не старт. Значит, T ставим в единицу. Ну, пока так. И вот видим, счетчик считает 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Единица на единицу выдала схема сравнения, так как счетчик досчитал до 10. И дальше переключился в 0. Вот, если мы вот здесь на 10 такте уберем сигнал Т. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, на несколько тактов. 0. Видим, что счетчик переключился в 0. И дальше уже стоит на лет, так как команды на счет нет. Но вот здесь-то ее тоже не было, команды на счет. А тем не менее, он совершил вот этот шаг. Совершен потому, что вот этот сигнал идет прямо на вход сброса. Чтобы таких ситуаций не возникало, нам надо вот этот элемент объединить вход с элементом, объединить вот этот выход, вот этот сигнал с сигналом Т, сигналом разрешения на счет. И вот после этого у нас работает так, как мы и хотели. 9, 10, и дальше в 10, в десятке уже стоит. И вот после этого только начинает дальше считать. Вот. Значит, с этим разобрались. Теперь идем дальше. Счетчик, который помимо того, что считает до 10, еще и устанавливается в состоянии 2. Значит, здесь мы уже задействуем вот эти вот входы. В и D. Значит, передвигаем эту схему на V. R у нас в нуле. Функции сброса уже использоваться не будем. А вот шина D нам надо посадить мультиплексор. Так, мегафункции, ворота, мультиплексор. Мультиплексор должен быть 3-4-разрядный. Значит, дата на нулевой. Нам надо подать двойку. Двойка у нас пишется как 0-0. Четырехзначная 0010. Двойка, а сюда шина D. От 3 до 0. А это у нас уже не R, это у нас команда на запись. На параллельную загрузку. Вот, собственно, компилирую. Что-то не пошло. Что не пошло? А, вход-то забыли. Это у нас команда на V. Команда на загрузку. Так, что такое?
Значит, сброса уже нету. Есть D и V. Ну, посмотрим сначала, как просто считает счетчик. Вот смотрим. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Из десятки он перешел в двойку. Не в 0, а уже в двойку. Ну и так далее. Вот. Ну и помимо этого у нас еще работает схема, работает функция ручной загрузки. Так, где мы были? Вот здесь. Ну, давайте попробуем что-нибудь записать. Ну, какое-нибудь состояние. Кстати, да, на D можно подавать в течение всего периода времени. Так как, ну, какой-нибудь пускай будет. Вот у нас он считает до 10, а мы ему сейчас поставим 12. Вот, значит, в течение всего периода времени можем удержать на шине D число 12, но так как запись идет в этот момент времени, поэтому применится число, запишется счетчик только вот здесь вот. А в других позициях, в других интервалах времени на шине D может стоять что угодно, так как нет сигнала V. Вот. Старт. Вот у нас счетчик записался в число, установился в число 12. Но так как у нас счетчик работает до 10, мы перешагнули через вот это пороговое число. И он продолжает считать дальше. 12, 13, 14, 15, 0. А именно в 0, а не в двойку, потому что не было сравнения с десяткой. И вот после этого тока, когда он перешел в свой естественный режим, вот здесь он только с десятки перейдет в двойку, потому что было сравнение с десяткой, а здесь его не было. Вот, теперь счетчик, который исключает какое-то состояние. Значит, здесь у нас была двойка, а здесь у нас была четверка. А четверка это 1, 0, 0. Смотрим. 0, 1, 2, 3, 4. А вот да, 0, 1, 2. Тройки не было. 4, 5, 5. Здесь мы установили значение и принудительно в 12, и дальше он пошел считать. 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, тройки нет, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, 2, ну и так далее. То есть это у нас схема тоже работает. Далее у нас счетчик, который перескакивает через два значения, но не последовательных. Ну да, давайте сначала через два значения, которые последовательно идут. То есть сразу в пятерку ставим. Ноль, один, два, три, четыре. Состояний таких нет, сразу пять. Вот, значит, теперь счетчик, который перескакивает через два значения непоследовательных. Значит, ставим вторую схему сравнения. Двойка у нас сюда. И сюда у нас подаем, что там, семерку. Семерка это у нас 1, 1, 1. Так, Y. Ну это пониже куда-нибудь, чтобы не мешалось. Так, что-то я не то делаю. Вот.
элемент или. Это у нас пускай будет y1. Это стало быть y0. Так, теперь вот здесь вот у нас должен быть еще один мультиплексор. Значит, сюда мы подаем четверку. А сюда мы подаем девятку. Так, девятка как пишется? 1, 0, 1. Это 8, это 9. Так, и на управление ставим мы шифратор. Шифратор тут долго искать. Это тут мультиплексор хорошо вот так раз и вытащил. Но шифратор тут, наверное, даже и нет. Это надо его делать как мегафункцию. Потом поставим просто элемент, который мы там делали. End2 с инверсией. Значит, Y1 у нас идет на... Вот это на вход, который без инверсии. А Y0 на вход, который с инверсией. Вот такая схема. Так, open. Добавим Y0 и Y1. Так, смотрим, 0, 1, 2, тот через тройку перепрыгнул, 4, 5, дальше мы установили искусственное в 12, раз через 15, 0, 1, 2, через тройку перепрыгнул, 4, 5, 6, 7, через восьмерку перепрыгнул, 9, 9, 10, 11, 12, раз через 15, 0 и так далее. Ну вот, наверное, все, а все отмоделировали. Такие вот счетчики. Да, но это были счетчики с коэффициентом пересчета не на целую степень двойки. А счетчики с переменным коэффициентом пересчета заключаются в том, чтобы вместо вот этих конкретных констант вешать регистры. И на регистр уже подавать любые значения. Так как в регистр можно перезаписать, то и значения в нем переменные. Это будут счетчики с переменным коэффициентом пересчета. Ну, понятно, вешать ничего не будем. Я думаю, что там это несложно. Вот. Ну, а по счетчикам все. На следующей лекции разберем многофункциональное устройство. Так,